Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую, замечательную сказочную историю. Сказка, которую я вам прочту, называется «Мена». Ехал в жаркий день мимо реки богатый купец. Дай, думает, выкупаюсь. Разделся, вошел в реку и попал на глубокое место. Испугался купец, стал кричать, на помощь звать. Шел мимо мужик, крик услыхал, к реке побежал. Вытащил он купца на берег. Стал купец мужика благодарить. Обещал богато наградить. Посадил его с собой на повозку, привез в город. Накормил его, напоил и подарил ему кусок золота с конскую голову. Взял мужик золото, пошел домой. Идет он по широкой дороге, а навстречу ему табунщик. Целый табун лошадей гонит. «Здравствуй, мужик! Где ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «А что ж тебе богатый купец-то дал?» «Кусок золота с конскую голову». «А на что тебе это золото? Поменяй мне на любого коня». Отдал старик табунщику золото, выбрал коня и поехал домой. Едет он лугом, а на лугу пастух коров пасет. «Здравствуй, мужик, где ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «Что ж тебе богатый купец подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где ж это золото?» «Променял на коня». «Променяй мне коня на корову». Отдал старик коня пастуху, выбрал себе корову, привязал его за рога и пошел дальше. Идет полем, а на поле пастух овец пасет. Пастух и спрашивает: «Где ты, мужик, был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «А что ж тебе богатый купец подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где у тебя это золото?» «Поменял на коня». «А где конь?» «Поменял на корову». «Поменяй мне корову на барана». Мужик спорить не стал. Корову отдал, выбрал барана и повел его за рога. Идет он дальше, видит свиней пасут. И говорит ему пастух: «Здравствуй, мужичок, а где это ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «Что же тебе купец подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где это у тебя золото?» «Променял на коня». «А где этот конь у тебя?» «Променял на корову». «А где корова?» «Променял на барана». «Поменяй мне барана, пожалуйста, на поросеночка». Мужик барана отдал, поросенка взял, хворостинкой перед собой погнал, идет мимо пруда. Пасут там стадо гусей. Пастухи его и спрашивают: «Здравствуй, мужик, а где это ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «А что ж тебе купец-то подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где это золото-то у тебя?» «Променял на коня». «А где конь у тебя?» «Променял на корову». «А где корова?» «Корова променял на барана». «А где баран?» «Променял на поросенка». «Променяй нам, пожалуйста, поросенка на гуська». Отдал мужик пастухам поросенка, взял гуська, несет он гуська, а навстречу ему торгаш с коробом. «Здравствуй, мужик, где ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «А что ж тебе богатый купец-то дал?» «Кусок золота с конскую голову». «Где это твое золото?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на корову». «А корова где?» «Променял на барана». «А баран-то где?» «Променял на поросенка». «А поросенок-то где?» «Ну как где?» «Променял на гуська». «Променяй мне гуська-то на иголочку». Отдал мужик гуська, взял иголочку, пошел он к избе. Стал через плетень перелазить, да и потерял эту иголочку. Вошел он в избу, старуха его и спрашивает: «Где старик был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «А что ж тебе купец-то подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где это золото?» «Променял на коня». «А где конь?» «Променял на корову». «А где корова?» «Променял на барана». «А баран где?» «Променял на поросенка». «А поросенок где?» «Ну, променял на гуська». «А гусь где?»
променял на иголку. А иголка где? Да вот, через плетень перелазил и потерял ее. Схватила старуха помело, стала старика бить да приговаривать. Не меняйся, старый дурень, бестолку, не меняйся, старый дурень, бестолку. Ну вот, видите, мои маленькие друзья, какая забавная история произошла со стариком. Ну а сейчас время позднее, садитесь поудобней, время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока!